Искусство мир волшебный и великий, как хор многоголосый, многоликий, от баса до нежнейшего сопрано, от флейт и барабанов до органа. Следующий наш сюжет с отчетного концерта детских школ искусств Ленинского района. Внимание на экран! На сцене детской школы искусств города Видное один коллектив сменяет другой. С отчетными концертными номерами выступают учащиеся музыкальных образовательных учреждений Ленинского района. Ребята отделения ударных инструментов в составе ансамбля «Время жить» открыли концерт. Каждый год музыкальные школы в сентябре принимают в свои стены юные дарования для того, чтобы открыть перед ними удивительный мир искусства. И каждую весну образовательные учреждения провожают выпускников, лауреатов конкурсов и фестивалей, участников творческих мероприятий. В этом году детские школы искусств района окончили 113 человек, и более 30 из них с отличием. Иванова Аня 7 лет училась в музыкальной школе поселка Развилка. Закончила ее с одними пятерками. Хочу поблагодарить всех своих учителей, которые на протяжении всего времени помогали мне. Ну, мы стали одной большой семьей. В этом году мы выпускаем 15 выпускников. Все они стали великолепными, прекрасными людьми, с хорошим стержнем, культурными, воспитанными. Среди выпускников детской школы искусств поселка Горки Ленинские также есть отличники. Я начала учиться с 5 лет в этой школе. И моя учительница зовут Турецкая Татьяна Федоровна. Я тоже пошла на предмет фортепиано, потому что тоже мне очень нравится этот инструмент. На нем можно даже импровизировать. Я учусь на специальность баян. Мой учитель Галинская Валентина Дмитриевна. Она очень хороший учитель, помогла мне не бояться сцены. Участники хорового коллектива детской школы искусств поселка Володарского еще маленькие, но на сцене держатся уверенно. Они впервые выступают, и я только что поступил на работу, так что впервые, можно сказать, детский коллектив ввожу на сцену. Ну вот, так что и ребята справились очень хорошо, в общем-то. Впервые в отчетном концерте выступил молодой театральный коллектив детской школы искусств города Видное. Сергей Науменко – участник многих творческих конкурсов. Не случайно пришел заниматься в эту студию. Учился очень многому театральному мастерству, то есть каким-то секретам маленьким. Вот научился громко читать стихи на сцене, выразительности научился. В общем, очень продуктивный год. Система образования в сфере культуры у нас постоянно развивается. Мы намерены в ближайшее время приступить к работам по созданию школы искусств в Развилковском поселении. Года через два мы уже сдадим уникальный культурный центр, культурно-просветительский, образовательный, творческий центр в поселении Булатниковск. Людмила Медведева и я, Адамия, Наталья Буслаева, Видное ТВ.